Всем привет! Сегодня, вернее вчера. Вчера еще начал менять втулку заднюю на более новую. Но сейчас переспецовываю. Вроде получилось. Чуть-чуть где-то поскрипывает только, цепляется. А так у меня вот такая стояла до этого. Ну, она тоже на промышленных, но не очень. Это покруче будет, и она, и эта новая уже будет на кассете, не на трещотке. Я вот что и меняю, это из-за этого, в принципе, из-за трещотки. На ней получается вот эта последняя звезда. 32 зуба. У меня было 28, самое последнее. То есть на это будет проще ехать горочку. По всяким трудным местам. Вот. Пока погода у нас не очень, можно и поменять. Куда ключ сделал? Кто видел? Вот оно. Ну вот, перестала. Перестала трещить, пищать. Блядь, я не... Что-то сделаем. Не, нормально. Сейчас протяну их все по кругу, потом еще раз проверю, как что будет. Нету только ключик у меня проверить натяг спиц. Некоторые, смотрю, слабенькие, некоторые такие уже. Приходится все вручную, на ощупь. Вот это слабенькое, вот это слабенькое. Ну вот, все. Сейчас проверим. На ощупь вроде все или нормально, но хз. Не, все отлично вообще. Идеально. Кстати, колесо поставлю-ка резину, но нету, а летнее. Это у меня зимняя стоит. Вот этот протектор зимний. Вот он зимний. А вот это летнее. Но эти колеса какие-то не кривые. На ровное колесо ставишь, а оно все равно как бы восьмеркой гуляет, сама резина. Вот это нормальная резина. Все, еще раз протянул. Сейчас проверим. Все спицы. Вот это слабоватенькие. Вот та сторона вся натянута нормально. Сильнее, вернее, чем это. Вот это ближнее. Ну да ладно. Вот, а еще у меня будет вот такая новая система стоять.
черненькая, а ты меня бесила бы серого цвета. Видали. Износ. Почти ничего не износилось, мне кажется. Поставлю я такую красивенькую. И цепочка у меня вот такая будет. Вот такая цепочка. КМС X8. Вот. Вот такие две штучки поставлю новенькие. Такой новой втулкой. Вот такая вот втулочка Новатек. Получается, защита стоит от грязи в этих местах. Вот эта крылочка такая, она защищает от грязи. Так это будет выглядеть. Опасно, вот ляпута. А до этого я на трещотке ездил вот на такой вот. Вот такая вот еще шестискоростная. Тут защиты вообще никакой нет, туда попадает грязь вся. Ну вот эти, как я говорил, большая 28 вроде бы. Это получается вот это. У меня еще плюс вот это будет сейчас. Будет приятнее ездить в иголочку. Да еще сейчас зима сейчас будет. По снегу это сложно ездить. Вот все. То она у меня уже, наверное, год валяется, эта трещотка. Ой, кассета новая. Система, цепь. Все никак жалко менять было. Да они, в принципе, не растянулись нифига. Цепи старые. Но пора уже, наверное, будет. Теперь остальные были. Теперь это вот так выглядит. Ну, педальки классные, конечно. Не требуют обслуги никакой. Подшипники закрытые. Никакого люфта. Сколько я проездил на них. А им все нипочем. Крутится и крутится. Ну, вот сейчас изоленту взял. Сейчас вот здесь пройдусь изолентой. Чтобы не порезать камеру. Потому что она туда вдавливается, а эти края кромки не острые. А эта резинка, которая здесь идет, родная, она не справляется. Кстати, снимаю сейчас в 2,5К, а монтирую в 4К. И не 60 кадров в секунду, а 30. Это я узнал на YouTube, там один рассказывал парень. Если выкладывать 60 кадров в секунду, то битрейт маленький позволяет YouTube. А при 30 и при 4К, то он там до 60. И не будет вот этих при смене картинок, вот этих как пикселей этих. Будет ровная картинка идти. Вот вроде снимаю, вроде ничего. Правда, монтаж занимает сейчас до 5 часов, там 20-минутный ролик. Рендеринг, вернее, его. И монтаж. Хотя это не китайская, вроде русская. Рвалась изолента. Бракованная. Да. Если наши разучились делать синюю изоленту уже, что будет дальше?
Синей же изолентой можно все починить. А тут такой конфуз. Вот, натяжку делать не надо здесь. Просто свободно. Уложим или кладем. Ну вот. Три слоя наложил. И хватит ему. А то я первый раз, когда велик купил. Ну, новый вообще велик, что я не перебирал, ничего. Поехал, проколол колесо, думал, проколол. Оказывается, это прорезало этими штуками через вот эту штуку. И камеру прорезало. Сейчас сделаю так вот сюда. Тоже в интернете нашел этот совет. Ну, вообще дырочку найду, прорежу, потом эту ленту. Еще. Все. Ну, типа такого. О. Нормалек. Ну, дырочка есть. Дополнительная защита будет. Нормально. Мое зимнее колесико с таким протектором. Но это летнее. Тут 2 мм, наверное, тут 6 мм. Такой вот зубастый протектор. Проверить, что-то нормально. Это у меня камера были, камер покрышки были первые. И вот эти нитки, которые идут корт, они там все повылазили и это порвали, порезали камеру мою. Все нормально здесь. Ну-ка. Пролезет. Там ушла не нормально. Нормально вырезал. Железно. В принципе, на руками амортируется. Без проблем. Проверить, чтобы здесь камера не торчала. А то как-то по ночи. Забортировал, Оля, тут камера торчит. Ехал на это. Сейчас диск перекрутить, только поставить сюда. И все. Можно будет цепь подгонять под эту систему, под новую. Кстати, микрофончик переделал, блин, реально круто стало. Запись. Там, кажется, еще микрофон стоял не очень хорошего качества. Мало того, что он внутри корпуса стоял. Так еще микрофон сам не очень был. Так, ну вот затянуть осталось только. Нормально. Так, ну все, можно ставить кассету. Так, вот еще дополнительная
Одна звездочка. Как-то это настраивается-то хоть. Стало. И замочек. Ну все, встало. Можно поставить его на колеса. Уже. О. Ну вот. Переставил. Ну, сейчас передний переключатель поставлю. И цепь буду резать. И заодно померю, кстати, со старой, насколько она растянулась. На старой висят. Тут ключик на 9. А. Так, а тут на сколько? Тоже на 9. Тросик отцепить. Чик. Чик. Ну вот он мой переключатель старый. Ну а это вот такой будет шимановская. О. Как-то так. Сейчас велик надо повернуть только. Ну, так они не будут мешаться. Надо опустить пониже. Тогда мешаться ничего не будет. Ну, пока так оставлю, потом посмотрим. Так, как это накрепится. Это новая система. По-моему, как тут. Через... Она получается универсальная. Можно сверху тянуть за это. Или снизу. Вот так вот, оп. Замеряю длину цепи старой со своей. Намного она растянулась, нет, интересно. Ну вот, если по всей длине брать, то она растянулась всего на пол звена. Ну вот я на них проехал 1005, наверное. Да, в принципе, уже пора менять. Смазка какая-то такая липучка, липучая. Ну что, начинаем мерить цепь. Все. Ну, вот сейчас отрегулирую максимальное ограничение, короче, на заднем переклюке. Ну, нормально. Тоже нормально. Чуть-чуть делаю с запасом, чтобы заходило. Ну, теперь получается вровень стоит. Зад и перед. С
В смысле, большая и маленькая. Так, теперь надо будет найти крутилки. Так, ну эту выставил я первую скорость. Во какой станок я придумал. Для настройки заднего переключателя. Сейчас буду крутить. Ну вот, начинаю регулировать скорости. И первая скорость нормальная. Сейчас посмотрим, как задний перескакивает. Ну пока все четко до третьей скорости. И даже до четвертой. Все хорошо. Так, на вторую. А, это есть вторая. Сейчас тогда попробуем третью скорость первой сделки. Ну все. Да, она работает. Это чуть-чуть трёт. Будет ее чуть подвинуть. Чутка. Посмотрим, может, фиксатор сейчас ограничивает. А ну да. Надо чуть-чуть его ослабить. Вот этот болтик. Пустить. И вот этой крутилкой подтянул чуть-чуть. Вот, пошла. Вот так вот. Даже перекрути. Ну что сказать, вот здесь все готово. Перебрал гаверик. Все четенько переключается. Вот теперь такая у меня будет красота стоять. Серебристая. Серебристая восьмискоростная. Новый переключатель мой. Так что к путешествиям готов. Сейчас надо будет прокатиться, проверить, как она на ходу сейчас скорости будет по-другому ощущаться. Раньше у меня была стандартная такая, постоянно 2,4. Сейчас не знаю, какая будет. 2,5, наверное. Посмотрим. Ну ладно. Потом прокатимся.